Интернет-магазин elementm.com.ua предлагает новинку среди ванно-нагревателей – колбу фланец и сухой тен украинского производства Electron T. Это современный аналог медных и нержавеющих тенов, которые быстро выходят из строя, когда растворяется магниевый анод. Колба фланец с сухим теном устанавливается в бойлер на место водяного тена. Колба имеет толщину стенки 1,5 мм, что увеличивает долговечность и выносливость этого элемента. Также нагревательный элемент при необходимости можно менять, не сливая воду с бака. Трубки по тену заготовлены из нержавеющей стали. Соединение трубок к металлическим фланцам выполнено по новейшей технологии путем сваривания металлов, что гарантирует высокое качество и стойкость к механическим повреждениям. Полированная нержавеющая трубка препятствует возникновению накипи. Это увеличивает теплоотдачу изделия и, соответственно, срок службы всей колбы. Выбирая прокладку для тена, обращайте внимание на качество изделия. Рынок перенасыщен дешевыми изделиями по типу резиновых прокладок, но далеко не каждое изделие отвечает своим требованиям. Из-за некачественной прокладки может происходить множество нехороших для потребителя вещей. Из-за нагрева резина плохого качества расползается, нарушая герметизацию бака. Вода постепенно затекает на электроприборы, расположенные в бойлере, что приводит к замыканию, возгоранию и даже к взрыву бойлера. Так что снова просим обратить внимание на качество изделия, которое вы покупаете. Установку тенов производите в комплекте с магниевым анодом итальянского или турецкого производства. Вся продукция, которую мы продаем, проходит обязательную проверку на целостность и гидрость.